Ну, еще раз добрый день. Сегодня 4 октября 2021 года. И все наши собачки гуляют. Абсолютно открыты вольеры. Жарища сегодня такая классная. И домики все открыты. Открыт полностью вольер. Все малыши вышли гулять. Сейчас буду их искать. Так, Бажена, Живанши вижу. Охо-хо-хо-хо. Они все убежали. Так, Эшенька под ногами у меня. Теперь мне надо найти, так, вижу Эмина и где-то Брют. Эмин. Вот он, Эмин, малыш, гуляет. Ну, ничего, мы тут как-нибудь с ними вместе. Рамона, надо за ней посматривать. Так, мне еще одного. Ой, все, Эсса выскочила. Бегает хорошенькая Эмин. Нужно двигаться им, гулять, поэтому пусть гуляют малыши. Так, сейчас я пойду... А, вот он, Брют. Брют внутри. И тут лежит Шекспир, грызет что-то там вкусненькое, кабачок молодой. И поедает. Чика тут тоже собирает всякие вкусняшки, морковки. В общем, все отлично. Сегодня на солнышке мы все гуляем. День деньской, часа два, наверное, дня, да, около этого. И мы на прогулочку вышли со всеми. Одна Этуаль дома сидит. Она уже погуляла с Рамоной. Мы ее сюда не выпускаем, потому что она не любит некоторых чихуашек, вернее, у них взаимная нелюбовь с царицей. И поэтому... А, еще и Рошель дома осталась, не захотела идти. И ей очень захочется бегать и прыгать, она тут подавит нам всех, как мышек. Вот это такая вот любовь у Сабины и Артюши. Сабине целый день играет с Рамоной, еще и Артюша вот ей прям в рот облизывает. Вот такая вот у нас Сабина, вот так ее зубками пощипывает. Кстати, и Рамону она точно так же пощипывает. Так, кто там пищит? На солнышке загорают Майбах. Вот переспелый огурчик валяется покусанный уже. Собачки все сели, прям пекутся. Жара, жара, жара. Так, у нас здесь гуляет Бажена, вот бежит. Живанши. Эссенька тут нашла что-то, очень ей понравилось. Так, а где же делся все-таки наш Брютик? Видите, как они тут кучкуются. Эсса! Ай, скажи, мама, смотри, как я гуляю. Посмотри, как мне нравится. Ванеска. Жуют, что-то жуют, что-то жуют. Так, а, это Сабина пошла обнюхивать Эмина, мальчика, малыша. Эсса прискакала. Так, а где мои вообще все собаки гуляют? Так, а ямки, кстати, вот засыпаны, да? Они засыпаны. Я уже наступила, ногу чуть не подвернула. Надо их, наверное, засыпать, а потом листиками припорошить. Чика тут все собрала уже. Ой, как вкусно. Царица, хорошая девочка. И Брютик тут. И Брютик здесь печет, солнышко, классно. Так, а ты там уже скушал все? Красавчик ты мой. Он меня любит, уже знает. Тогда мой зайчик, привет. Привет, мой колбасеночек. Хороший такой мальчик. Золотой Брютик, сынок. И ты моя девочка. Ну, конечно. А как же, живо прибежала. Ванесса, ах ты такая крысенок такой. Так, ну все. Ну все, не лезьте на меня. Так умеет Ванесса. Балдеж, балдеж, молодежь. Балдеж, молодежь. Так, где там мои? Я пошла за малыми смотреть. Потому что они первый раз. Кто-то третий раз, кто-то первый раз. Мама Жасмин завалила дочку. И ее учит, учит уму разуму. Смотрите, Эссенька писает. Молодец. Гуляют и ходят в туалет. Вот такие вот собачки чистоплотные. Малыши молодцы. А Роликс хорошая няня, он хорошо вот с детьми, я их, его туда сажу к детям. Он, кстати, очень хорошо с ними играет, ласковый мальчишка. Мальчишки вообще очень хорошие няни. Девчонки, я вам скажу так себе, а мальчишки, они очень хорошие нянечки. А где наш Филечка? Филиппушка, иди сюда. Так, отдавай сюда орех. Стой. Молодец, умница, нельзя. Вот, сегодня Филечкиным деткам исполнилось 3 дня, они родились 1 вечером поздно, 1 октября,
три девочки и два мальчика. Видео я выкладывала, сегодня еще нам пришлет заводчик видео. Это дубль, третий дубль помет, родные братики и сестрички Жасмин и Коки. Так что вот так, ребята. Вот Кокушка, это ее мама родила, и Жасминина мама. Это третий дубль помет. Очень понравились нам дети эти. И вот решили повторить. Родились рыжая девочка, белая девочка. И там белокремовые будут два мальчика и шоколадный триколор. Мальчишка один родился, вообще удивительно. Таких еще не было у нас в этой паре. Это наш Майбах. Маечка, такой мальчишка, красотун. Юляша идет, Юлечка. Кошечка села. Да, кошечка, ты красавица. На солнышке. Вот так они. Ой, Бажена, что у тебя с ушами? Надо переклеивать. А вот Живанши. И уже гавкать научилась. Она такая тоже резвая. А? Человечек? Ага. На руки запрыгнул папе. Космос прыгает его очень. Вот наш Филиппушечка, красотунчик ты наш, папа-герой, папа и дедушка. Вот такой вот мальчик. Внучок прибежал сзади. И мой красавчик лиловый. Радужка тоже загорает, лежит, да, Радуся? И Елисейка. Брютик, ты Брютик? Чика, ты там еще не все съела у нас? Чика обожает, влетает сразу морковку, кабачок, все кушать. Вот, все, что на пути встречает. Вот такая детвора на прогулке. Беленькая это наша Ванесса. Видите, как выросла? Она уже сравнялась. Такая со взрослыми, когда ее и не отличить. Так, быстро растут чихуахуа. Малыши толстуны. А, да, все вон бегают. Ага, Рамона. Рамона гоняется за космосом. Жорик пришел. Главное, надо смотреть, чтобы Рамона... Ой, к маме прижалась. Мамочка, помоги, да? Рамона не по дням, а по часам растет, красавица. Хочу напомнить, что это красавица в поисках самых ответственных владельцев. Это единственный щенок, который в продаже в нашем питомнике. Сабина, да, ты встала, моя девочка. Это ее мама. Мама, конечно, простите, сейчас не в хорошем, не в очень красивом виде, так как она только выкормила 8 детей. Естественно, она сейчас в линьку пойдет и во все. Да, Сабинка моя? Умница моя, красавица. Так, а что у нас тут за... У Сабины какая-то тут... Ага, родинка, как клещ. Так, а это красавица доча, красотуля, Рамона Грей. Ищет владельцев. Вот такая вот красавица. Не-не-не-не-не. Рамона, видите, Рамона хочет играть с малышами, но Майбах ей дает такой отпор. Вообще к себе не подпускает. Эсенька гуляет. Вот такая радость. Вот такая радость, скажи. Вот такая я радостная девочка. Эса, Эса, ты моя кукла. Эса. Вот так я умею, скажи. Такая веселушка. Понравилось гулять. Теперь будем все время гулять. Когда хорошая погода, будем все время гулять. Да, Эмин? Голубоглазая ты, дитё. Какой же ты голубоглазый, а? Как твой папа. Ага. Вот такие вот у нас дела. Вот так это не кайфует. Солнышко заходит так. Ну, не холодно. Сегодня прям очень тепло. А сколько там у нас градусов? 15, что ли, да? Или 16? На солнце вообще сегодня было 40. На окне напекло. Да, Рамона Грей? Ты Рамона Грей? Вот такие вот у нас прогулочки. Кому интересно, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе Чихуахуа Костропула Крым. Нажимайте колокольчик. И когда я буду выставлять новые видео, вам будет приходить уведомление. А также мы есть в Инстаграм, ВКонтактах, Фейсбуке. Вот такое вот, ребята, у нас веселье. Вот так вот мы кайфуем. Вот так вот мы кайфуем. Да, Кайфуша? Да, Кайфуша, Рамуша?
Так, кос, Елисей. Вот, скажи, и я умею. Ну, я вам хочу сказать, что Рамона, она уже более-менее научилась. Сейчас ей космос сыпет, а вообще-то Май еще умеет. Вот такие вот прогулки. Так, а что мы тут нагрызаем? Нет, камушки не надо грызть. Не надо. Так, Эня, не нужно. И травку мы щипаем. Вот Ванесса. Ванесса хорошо дружит с малышами, потому что я часто ее оставляю с ними в домике. Она их хорошо воспитывает, играет, не обижает. Они очень дружно играют. Ну, так как нужно, да, собачка между собой играть. Да, Эсенька? Эсенька скалится, такая зубки показала. Моя курочка, куколка. Огурчик пошел в ход, Божине нравится. Папа пришел. Папа пришел. Вот такие вот. Но все жуют, грызут, какие-то морковки находят. Такие вот наши собаки. Ну, на этом я буду заканчивать это видео. Хочу пожелать вам всем большой привет, передать, вернее, пожелать всем всего самого наилучшего и хорошего. До новых видео, до новых встреч. Эсенька передает привет своим владельцам. Так, я не вижу брюта. Сейчас пойдем искать, наверное, внутри. Так, малышей. Главное искать малышей глазами. Все, всем пока. Побежала я всех смотреть, кто где именно вижу. Живанши вижу. Так, пойду внутри посмотрю. Божена. Так, Чика, где там наш маль? Вот так, это тут космос. Юля. Вижу. Так, надо найти малыша. Малыш пропал. Нет, где-нибудь здесь. Сейчас посмотрю. Ты? Ты что спрятался? Скажи, я очень люблю свой домик. Вот он, я нашелся, зайчик. Мамуля, папуля, привет вам от Брютика. Вот они мои сладкие. Все, всем пока. Все нашлись.